Всем привет, дорогие друзья! А перед просмотром этого видео, ребята, я бы хотел сразу сказать, что это не Пиксельмон, а новое прохождение новой карты и не в одиночку. Поэтому, ребята, я думаю, что иногда прохождение карты или какие-то мини-игры, или мультиплеер в какой-то другой игре, или само прохождение какой-то другой игры, в принципе, вполне уместно, потому что мы играем в Пиксельмон на одном сервере, мы играем в Пиксельмон на другом сервере, мы играем в Пиксельмон в одиночке, и целыми днями Пиксельмон, ребята, в принципе, это может надоесть. Поэтому, ребята, если вам не нравится прохождение карты или выживание на острове, то, ребята, прошу вас пропустить просто это видео, а не высказывать свои негативные эмоции по тому поводу, что нету Пиксельмона, а есть какое-то прохождение другой карты. Поэтому, ребята, я надеюсь на понимание и надеюсь на вашу поддержку. Вдруг вам все-таки понравится это прохождение. Поэтому, ребята, всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами Эдисон, и мы начинаем проходить карту «Загадочный остров» вместе с Данилкой. Всем привет, дорогие друзья. Решили мы пройти этот остров, какую-то новую карту, и давайте же начнем ее сразу разведывать, что тут и как. Тут сундучок есть, давай возьмем. Не знаю, что тут написано. Надо было русификат, ну хотя ладно, мы и так сообразим, мы не тупые. Так, тут есть... Ну тут, короче, кто возьми еду, возьми еду, там есть 10 стейков. О, нормально. Так, сразу покушаем и потопали. Основное задание, как мы тут поняли, давай вот сюда. О, сюда. Тут написано, если ты играешь один, нажми вот сюда. Вот, это включается слабенький режим. Все, да, это я понял. Давай на мультиплеер нажмем. Так, тебя слайм бьет. Ты что, обижаешь? На мультиплеер это нормальный. Да, все, нормально. Я думаю, тут мобов можно бить вообще. Так, давай дальше. Так, два угля, нет. Да, два угля на каждого. Да. Так, все. Что написано? По пути на острове тебе будут попадаться рандомные сундуки. Прочитал? И, короче, ты можешь найти, ну, различные вот эти вещи и все такое. И так, смотри, тут какой еще интересный. Это вторая часть самолета, да? То есть мы разбились на самолете, как сюда попали. Да, и тут написано голова крипера, скелетона, зомби и тут написано человека. Найди 4 головы и размести их на вот эти палки вот сюда. То есть главная цель этого острова найти головы. Да. Как только мы их найдем, мы прошли всю карту. Так, есть 4 компаса. Я возьму, в принципе, для что. Хотя зачем он мне вообще? Я по нему разбираться-то толком не умею. Ну, я один возьму на всякий случай. Но если что, у кого-то из нас будет. Первое делом, давай себе хотя бы по кирке сделаем. Да, кстати, давай. Не по кирке, даже не по кирке, а по 3 инструмента, давай. Да, ты топор, себе делай себе. Лопата и кирка. Окей, давай. Нет, ну тогда 4. А меч тут уже тоже нужен. Меч, нет, 5 тогда. Мечей надо побольше. Ну да. Хотя, в принципе, можно сделать, знаешь, одну кирку обычную деревянную, добыть камень и уже из камня сделать. Ну как? Да, тогда ща я тогда сделаю. Да, знаешь что, иди сюда, к башкам. Так, сейчас. Тогда знаешь, если это начало, давай тогда вот тут где-то начнем строить дом. Давай. Нам же нужно вот тут делать, потому что это начало, и головы мы будем же тут размещать. Ну да, я тебя понял, давай. Так. Давай. Все, верстак можешь не делать, я его куда-нибудь, знаешь, как я уже сделал. Ладно. Посередине вот этих вот двух мультиплееров и синглплееров сделаю. Угу. Так, сделаю 4 палки. Ну, короче, я сейчас по кирке нам обоим сделаю. Давай. Держи кирку, вот она возле верстака. Вижу. И я пойду добывать камень. А хотя вот он есть, да, камень. Давай. Так. Сори, может. Как раз тут парочку. Во, нормально. Все нормально. У тебя сколько? У меня 4, у тебя сколько? Дай мне один, у меня 2. Так, надержи. Что делаем? Кирку, мне кажется, лучше. Да, кирку надо будет делать. Сейчас. А меч? Ну, фиг его знает, если честно. Или меч? Так, нет, давай можно... кирку лучше. Кирку и... Все, да. Сундук надо сделать. Сейчас я сделаю сундук. Не нужно, зачем? Ну ща. А куда все это складывать? Да там же есть сундуки на старте, зачем мы будем? А, ну да. Так, тогда надо будет здесь где-нибудь. А вот здесь еще камень можно добыть. Я думаю, добывай. Они не обидятся.
Если мы у них камень тут позаимствуем. Добываем. А, лол. Вот это вот я зря сделал. Я взял сундуки. Так, мне тогда бы главное не упасть. Наш дом где-то вот тут будет, да? Возле... Где-то, да, на спауне. А, ребят, сборочка будет в описании чуть позже под видео у меня. Да. У Эдисона, думаю, тоже, чтобы вы как бы зашли, поиграли, вот. Кому нравится эта карта и все такое. Кому заинтересует, конечно. Да, тогда, знаешь, случае... строим уже дом или давай, может, в следующих сериях? Давай, думаю, в следующих сериях. Сейчас что-нибудь разведаем, там посмотрим, побегаем, посмотрим. Давай. Ой. Сделаем обычный дом там из дерева, чтобы не заморачиваться. Какую-нибудь коробку ту же самую, пофигу, будет коробка, так коробка, мы же тут в летсплее развиваемся. Так, это. Лопату. Ну я, короче, для себя инструменты сделал, я могу для тебя, в принципе, сделать. Я сделаю факел, и ты не трать ресурсы. Не трать. Как это? То есть для тебя инструменты не делать, я так понял. Я говорю о этом. Не трать уголь. Все, понял. Давай я тебе тогда уголь отдам. Давай. Или поставь сундук лучше, да и все. Ну давай. Вот тут уголь тоже еще есть, смотри. Ну, в принципе, мы будем находить по карте. Там же даже было написано, что в течение прохождения ты, ну, как бы на карте ты найдешь там всякие ресурсы. Ну да, да, да. Ну, блин, я думаю, это в части 10, наверное, займет, ребят, так что присаживайтесь поудобнее. Так, я тогда себе делаю меч. Меч я сделал, он в сундуке. Для меня? Да. Вижу. Тогда я ничего не буду. Так, ребят, мы продолжаем. Эдисон только что, да, хотел сказать это, но... Да пофиг, потопали дальше. Были ресурсы. Маленькие неполадочки для вас. Секунду, а для нас... Да. Секунду. Ну пофиг, ладно. Да. О, овечка. Овечку нам нужно убивать для шерсти. А, ну давай тогда я тут... Вообще всех животных нужно убивать. Для хавчика, для шерсти, для всего. Так, я больше никого не вижу. И для кроватки. Для кроватки. Ну, у меня только одна шерсть. У меня 4 будет сейчас. У меня 20 камня. Что тебе нужно? Я себе сейчас топорик сделаю. Так, вот у меня есть железо, я так понял. И знаешь, что нужно делать? Нужно будет потом все-таки какую-то ферму сделать, потому что еда тут не бесконечная. Да, да, да. Не, ну может быть, а то вдруг там попадаются какие-нибудь. Ну, не в принципе, знаю. Да. Я печку сделаю. Печка же нам нужна. Так, это что у нас? Чем? Я нашел месторождение чего-то. Так, я жарю еду, что у меня тут есть. Иди сюда, иди на спавн. Сейчас. Я потом предлагаю, может, сделать какую-то тут небольшую стену, знаешь, чтобы вообще монстры к нам не пробирались. А у тебя случайно не на писфуле стоит? Ты же вроде включил на пару секунд. Не знаю, сейчас посмотрю. Сейчас я на писфуле просто. Я нажму, я нажму тут кнопочку. А, да, нажимай. Так, ща. Все. Все. Да. Так, иди на спаун и пойдем куда-то вместе. Иду. Вот. Пошли. Давай в эту сторону. Хотя нет, знаешь, давай по пляжу пробежимся. Чтобы не заблудиться. Так, сюда. Интересно, он большой, нет? Остров этот. Не знаю. Посмотрим. Как раз сейчас ночь, а спать мы пока что не можем. Да. У нас... О! Опа. Так ты тут столько камня, а мы на пляже там сидели. Ну, не знали. Ну, в принципе, да. Так, овечка. Слайм. Убей слайма и овечку. О, тут как раз пара штук их есть. Так, они какие-то вот назойливые, эти слаймы. Но, слава богу, вот на последнем левеле, то есть самые маленькие слаймы, они не бьют. А так бы, прикинь, такая множественная атака таких мелких. Ну да. Назойливых, зелененьких квадратиков. Так. Все. Так. У меня есть уже на одну кровать. Ну, у меня тоже на одну уже есть. Есть? У меня на одну, на мою есть, конечно. Давай тогда делаем. Ух, я там уже что-то на горе вижу какой-то. Давай я здесь верстак скрафчу, короче. Давай. Как раз. Я скрафтил, так. Ага. Давай. Так. Потому что ночью тут не очень хочется ходить по этому острову. И рядом же монстры, да? Да, монстры рядом. Надо будет отбежать в этот. Так, тут еще какая-то фигня. Надо будет. Давай бежим, да, куда-то туда. Потому что, знаешь, вот сюда, это сюда, первая сюда, ночь, давай. Как-то неохота, знаешь, идти без вещей. О, все, я лег. Я успел. Только не стреляй. Слышишь там? Да, скелетон. Все, забирай.
Так. Они горят. А, горят. Все, нормально, они горят. Побежали. Знаешь, какое путешествие вокруг острова сделаем? Да, давай. Как раз разведаем, что-то не как. Не трогай. Хотя нет, нужно их трогать, знаешь, да. Почему? У нас же мод установлен. У тебя какой, первый уровень есть? У меня третий уже, почти четвертый. Так, сейчас. Там это. Сейчас. Впереди крипер и коровки. Сейчас, секунду. Так, слайм, ты мне вот. Ну, вообще сейчас не сдался, слайм. Так, надо крипера убить. Я не помню. Так, он у меня благополучно взорвался, и он никакого вреда местности не нанес. В принципе, с одной степени это отлично. Почему? А, я знаю почему. Не убивай, не подбирай опыт, я еще подберу. Хорошо. Не, он тоже нужен. А почему он у меня не работает? Фиг его знает. Мне четвертый левел. Нажми на букву L. L? Да. А, вот у меня работает. Открылось? Да. А почему у меня нет? А я не знаю. Скелетон, давай-ка ты то не. То есть будешь. Ты можешь себе там поднимать защиту или еще что-то. Ну да, там майнер что-то такое было написано. Пока что не делай вот это все. Я не знаю, я не могу вот это все открыть. Может потом так, перезайду. Все отлично. Я скелетона убил. Фиг его знает, ладно. Потопали. А так, чё это? Ты коровок убил? Иди сюда, да, иди сюда, иди за мной. Чё? Не трогай скелетонов пока. Там что-то какая-то постройка. Да, вот тут. Там какого-то что-то. Но она, видимо, это небольшая. Может, мне в принципе есть вход как куда-нибудь ведет. Ну, так я как раз смотрю, проверяю вокруг. Давай ты пока смотри, я эти коровок убью, стоит. Так, все отлично. Так, коровки. Еда там есть. Бы железо найти, знаешь, было бы вообще. Так. Так, ну я смотрю, что тут. Вроде тут ничего. А нет, есть. Есть. Где, спускайся где? Сюда, спускайся. Ой, ё-моё. Что там? Спускаться, спаунер, да, спускайся. Ай-ай. Освети, хотя нет. Где сейчас, спаунер? Все, я сломал. О, я сломал. Первый данж, ребята. Чё так, там? Ух, железный себе. Меч и броня. Давай кому-то что? Давай тебе шлем мне нагрудник и давай меч тебе, ладно? Ну ладно. Так. Ну, в принципе, я и так его пока что не буду использовать. Ну, тебя просто я видел, у тебя он деревянный, по-моему, там был. Но у меня есть и железный, ну пофиг. Так, ну, железный, ты, да. Ты где, теперь. Выбрался уже? Так, я выбрался, да. Я тебя жду возле выхода. Ага. Давай. Первый данж. Небольшой, но все же. Так, надо еще, кстати, дальше по воде подняться, может там еще сундуки есть. Ну попробуй. Зато хотя бы что-то уже нашли. Это уже отлично. Нет, здесь сундука нету с этой стороны. С этой стороны, интересно, есть? Да, это залазить. Я не знаю, может и наверху там что-то есть, фиг его знает. Нет, нету. Ладно, спускайся. Так, все, коровка. Да. Сюда. Во. Давай дальше по пляжу бежать. Давай. Давай за мной, ты меня видишь? Да, вижу, я за тобой бегу, человек. Давай. О, сундук, смотри. Опа. Так, тут три, четыре, да, картинки. Это бери все, это пофиг, и так все поскладываем в сундук. Побежали. Всё. Нифига, так, видишь, здесь... как сундуки валяются? О, иди сюда, назад. Чё там? Чё там? Опять? Какая-то фигня есть. Опа. А, это типа, видимо, это... А, это часть крыло, самолета, да. Да, крыло отлетело, блин, мне в скайп звонят, сейчас я поставлю, не беспокоить. Я просто после тебя не успел поставить, все. Угу. Побежали. Где? Ну, а, вот сюда, он. Сюда, побежали. Ух, тут смотри, на горы, вдруг тут железо найдешь или еще что-то. Я уже уголь с железом вижу. Иди добывай, тростник собирать или нет? А я думаю... Да, думаю, нет. Ну, потом... Если тут зачаровалки нужны, тогда да. Ну, в лучшем случае, я думаю, не надо. Ну, пока... ну потом, если что, соберу. Да. Так, поднимайся там. О, вижу, так. Тоже вижу уголь. Давай тогда, это первая серия, все же нужно как-то одеться. Развиваться, да. Да. То есть там... для развития, а потом уже куда-нибудь пойдем, то есть, ну, да. Ну все равно, как бы, для развития местности что-то нужно. Я железо вижу. Так, надо шерсть вот это вот закрыть. То вода. Потому что, в принципе, и без вещей, без всего, как ты хочешь тут развиться. Сразу же и данжа лутать, да? Как-то не очень верится. Так, я куда вообще вышел? Уголь вижу. Ты меня видишь? Ну, видел. А, вот, я все, я рядом с железом. Да, копай его. Так, не упал. Слава богу. Ай, лу. Ё-моё. Надо поставить здесь. А, ты за мной, да? Угу.
Так, так, вижу. Ну-ка, а чё, если... Чё там? Так, так. Там что-то есть на горе? А я не знаю, я туда лезу сейчас посмотреть. Давай. Из горы, знаешь, такой обзор может быть, может что-то другое увидим. Смотри, сколько там. Там тоже часть. Видишь час самолета? Вот там. Да, да. О, смотри, смотри, иди сюда. Видишь? Чё? Вход какой-то. А, ну. Давай сейчас сначала вот здесь. Вот тут этот. Знаешь, мод какой-то был, тоже из магических этих всех, типа там свитки в каких-то местах. Ну, может, ты не знаешь. Ну, короче, забей. Да, объяснил. Я не знаю, тут есть что-то. Тут пусто. Хотя в таких местах, да, в таких местах пусто. Это, видимо, для показухи какой-то. Ну да. Чтобы потратить лишнее время какое-то так. Получается, что так. Так, тут. О, тут алмаз, тут алмаз, тут алмаз. Ну, мы еще не можем добыть. Я знаю. Я сейчас для него выкопаю. Ой, я какой-то корабль вижу. Или тут он... Нет, тут он один. Тут один алмаз. Иди сюда, иди сюда. Поднимайся наверх. Сейчас. Это, знаешь, вот я нашел какую-то загадку. Или это клад, или это просто по приколу. Выбирайся сюда наверх. Сейчас, я иду уже. Где ты? Во, иди сюда. Так, иду. Смотри туда. Вниз. Видишь красный крестик? Крест? Это да, может вижу. Клад быть. То есть, знаешь, как... Там же пиратский корабль есть. Вдруг это так, крест. Так, ты говоришь клад, да? Не убивайся только. Ну нахрена ты так прыгаешь? Я не понимаю. Я думал, я... Да ладно, чё? Какая разница? Тут же тоже смертяк не защитит. Большая, иди там подбирай свои вещи. А, тут вещи не это, не упадают почему-то. Ну, ладно. Кстати. Возвращайся туда к кресту. Я тут. У меня 8-й левел. У тебя какой левел? 2-й. А тут нифига нету. Так, мы шли с тобой куда-то вот туда. Значит, а зачем вообще тогда этот крест сделали, если тут нифига нету? Там нету? А ты попробуй под крестом прям посередине. Не, нету. Пробовал. Ну так я понимаю, что клад не будет. Сундук. Сундук я нашел, двойной уже. Где? Ага. Слышишь? Чё? И тут уже я, короче, нашел карту, и в ней, походу, да, в ней этот крестик уже и находится, то есть... В этой... А где даже... ты? Вот он. Стой. А, вижу. Всё, вот. А где ты его нашел? Сундук. В двойном сундуке. Он где-то там был. На, смотри, даже сам. Подбирай. Я пока убью слаймов этих. Ой, я тебя ударил, походу? Нет. Не. А, вижу. Ну ладно, кстати, может... Стой. Давай... Стой. А, да. Да хрена ты меня бьёшь? Может... Да я просто проверил. Иди сюда. Ну тут свои. Чё? Идем в ту пещеру или что это там было, я так и не понял. Пойдем. Пошли. А то сейчас мы уже, наверное, все данжи сразу так залутаем, знаешь, за первую серию все. Да. Конец счастья, конец прохождения. Под конец, чтобы что-то было, да, это построить дом. Да, то есть все, мы. Че это так? Стой. Temple of Enchantment. А, зачарование. Офигеть! У! Это нужно нафиг разрушить. Или. О, я стрелы лучше заберу себе. Все, уже не стреляю. Так, мне надо зачаровать. Что мне зачаровать? Не, мне не нужно. У меня есть железный меч, поэтому я что-то зачарую. Я смотрю. Себе зачарую этот броню на Protection 1. Нормально. Все. Я зачаровал. Почему я вот это не могу включать? Я не понимаю, если честно. Ладно, тут ничего не ломает, тут все пускай так будет. Мы знаем, где зачарование есть. Да. Пошли отсюда. Что да. Так, мне надо. О, 2 алмаза, смотри. Где? Вот, да, еще один алмаз. Ну, в принципе, эта гора легко видна. Да, то есть, если что, мы не потеряемся. Ага. Это. Что, пойдем? Самолет. Этот. Да. Пошли. Крыло заднее. Это я еще один алмаз вижу, или мне кажется? Ай. Ты так где? Не прыгай. Да не, о, я не высоко. Сундук. Нет, это не. Нет, это не сундук, это кресло, что. О, иди сюда, иди сюда, железо. Нужно все лутать, потому что ресурсы нам нужны. Это не покемоны, в которых ты тупо просто с покемонами там играешься, и там почти ресурсы не так уж и важны. Выживать то как-то нужно. Да. Даже тот же уголь нам нужен еще как. Угу. Сейчас так. Я построю мостик, чтобы нам двоим можно было пройти, чтобы как бы не мучиться для каждого. Все, нормально. Тут что? Так, тут сундук. Там тут золото есть. 8 но... наггетсов золотых. Так ты жди меня, что ты так быстро идешь? Я тоже хочу посмотреть. А там стейк один пережаренный. Сейчас я складу. Это было, это и вот это вот.
Ага. Забирай там что-то. Бери наггетсы. О, да. Спасибо за наггетсы. А, кстати, я уже забрал. Печку надо забрать. И там еда в ней была. Ага. Так, тут ничего нету? Тут кресло, вроде больше. Я золото ничего. Вижу. Ну, это. Пока что никак. Для него не тоже, да. Так, смотри по сторонам. Стой. О, я посмотрю еще на... Так, тут, вот он, тут тоже алмаз. Вижу, тут два алмаза тут. И золото. Точнее, да, это золото или золото? Давай тогда туда. Это золото или золото? Не, просто золото или железо. Я понял. Да. Давай тогда на эту самую большую гору как-то попытаемся забрать. Ты так не пихайся передо мной, я же тут копаю, а ты так лезешь. Давай я вот копаю, вот, все, влазит. Так, вот уголь я сейчас его добуду. Добауду. Потопали. Посмотрим, что тут такое. Так, даже, в принципе, и вокруг этой горы нужно пробегать. Тут, знаешь, они везде так сундуки любят прятать. Я чувствую, надо чем быстрее, тем лучше сделать железную кирку себе, а то я чувствую, тут это немало таких вкуснятин. Ну, у меня два железа, у тебя сколько? У меня 5. Ну, уже две кирки можно. О, иди сюда, Эд. Иду, сейчас, жди. Повыше алмазов залезь. Ух, вижу. А вот он ты, вот, тут вход какой-то. Я думаю, давай в него в следующей части пойдем, то есть... Сейчас я что-то очкую. Да. Как-то. То есть там будут, мне кажется, новые какие-то приключения, которые нас будут ждать, и я думаю, мы сюда уже не вернемся. Сейчас я уже не хочу туда, если честно. Ты посмотри по воде, я думаю, мы сюда даже не вернемся после этого. Ну фиг его знает. Так что лучше давай сначала развиться, а потом уже сюда идти. Это видно, что это какой-то, знаешь, такой офигенный данж, то есть. Да. Так быстро. Крипер! Я еще один алмаз увидел. Я тоже. То есть так просто мы его никак не облутаем первый раз, да? То есть зайдем, все, мы его уже облутали. Так не получится, мне кажется. Там крипер где-то, осторожней. Это, давай поставим, короче, кроватки и поспим. Ты где? Ща. Я на самой горе, ты где? Давай ты, короче, просто ложь этот, кроватку и... А, почему монстры, блин, рядом? А где они? Так, ладно, возле воды. Я на самой... Все, мы спим. Все. Отлично. Все, да. Я там что-то видел, но я не знаю, где вот она. Так, окей, ладно. Тут еще что-то есть, я видел, но я не знаю, что это. Ну, в принципе, гору мы уже облутали, мы уже знаем, что там дальше есть. Тут рельса есть, походу. Нет, тут сундук. Где? Слышишь? Тут флинт, это этим. Кремень. Это кремень, и брик, это кирпич. Бери все. Все будем лутать. Слушай, я нашел такую офигенную приколюшечку. Я нашел корабль какой-то, походу. Я что-то нашел, какую-то церковь. Церковь? Да, что-то такое, или дом какой-то обычный. Так, ладно. На корабль, мне кажется, тоже не нужно идти пока что. Ну, я хотя бы со стороны посмотрю, какой он. Да, в принципе. Так, ребят. Ух, твою ж. Че, упал? Не, крипер. Ага. Кстати, вот это хорошо, то, что он не это, он не ломает местность. Ага, и не знаю почему. Ну, так сделали, наверное, чтобы карту не портить. Да. Вдруг ты там, не знаю, там, стак алмазов добываешь, да, к примеру, да. Раз крипер подошел, так бах. Так, чтобы не портить тебе удовольствие, ну, чтобы ты жировал, пировал, там сидел я алмазами. Я спустился с крыши, я иду вокруг острова. Смотри. Так, мне надо уже пережарить еду. Еще тут какие-то вышки, то есть горы каменные, ну не знаю, что я стою, пока пережарю, потому что у меня 4 сердечка, и это плохо. А если честно, остров не такой уж большой, как я думал. То есть. Да подожди. Я вижу подожди. Его размеры уже. Не, ну ты подожди. Че? Может, ты не все знаешь об этом. Ну понятно, что там данж еще внутри есть или пещеры, но сама суть, что остров не очень большой такой. О, что я нашел? Нифига себе! Что ты нашел? Признавайся. А, ну это... Тут есть обсидиан, тут есть незер, вот эти камни, и тут есть вот это, как это называется, что растет в аду. В аду это эти... Хрени красные. Бородавки или кто-нибудь. Да. Вот это я тут нашел такую пещерку маленькую. Я не знаю, но это для зелий, да, то есть...
Да, адский брат. Я вообще не силен в зелеварении. Да, я понял. А я их, если честно, вообще никогда не делал. Куда побежал? Ты куда побежал? Ты кораблю-то, а хитрый. Да вон, нет. Видишь, я прыгаю. Ага. Не, не вижу, но... Но я в горе был. Смотри, где? Как мы сделали прикольно. Подожди. То есть, смотри на вот сюда. Сейчас, кораблем. Я прибегу к кораблю, подожди. У меня есть уже, по сути, железная кирка на одного. То есть я только ее успел сейчас как бы... ну, не сделать, а как бы переплавить три железных слитка. Так, у меня что-то лагануло. Вот всё. Тут они прикольно сделали. Я на сам корабль залез. Куда сейчас... в следующей серии будем идти? Корабль, большой данж. Не. На корабле, я думаю, мы сейчас остановимся, то есть мы его лутать не будем. Продолжим в следующей части. Да. То есть, да. Смотри, корабль как тут прикольно лутать. Сделали. То есть вот он так заплывал, тут видишь, такая даже линия осталась. А, да, то, что он как пробуривал эту всю дорогу. Да, в принципе, давай тут остановимся, а в следующей части, если хорошенько попытаемся, залутаем корабль. Да, ладно, всем, ребят, спасибо за просмотр, кто смотрел это видео, продолжай дальше. Если вам нравится вообще прохождение этой карты, если вам нравится то, что мы тут выживаем, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, ссылка на Данилку в описании, да? И у меня такая же фигня с тобой, да. Такая же фигня, я понял. Все, всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем до скорых встреч. Да, до скорых встреч. Давайте, всем пока, ребята.